10 января 1781 года в Москве открылся Петровский театр, предшественник Большого театра. С 1776 года в Москве в доме графа Воронцова на Знаменке ставились различные спектакли. Актеры этой труппы играли и в драме, и в опере, и в балете. Труппа была невелика. И лишь в январе 1981 года весь творческий коллектив перешел в здание на Петровке. Новое трехэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями было построено всего за 5 месяцев. Театр имел партер, 3 яруса, ложа, галерея и вмещал по разным источникам от 800 до 1500 зрителей. 10 января в 1956 году Элвис Пресли начал работу над записью первых песен. Первым выпущенным синглом Пресли стал знаменитый «Heartbreak Hotel». Стоит отметить, что его ранние пластинки не назывались тогда рок-н-роллом, а считались новой разновидностью кантри. Оттого и прозвище Элвиса Пресли в те годы было «Hillbilly Cat», основываясь на определении «Hillbilly», одном из устаревших названий кантри. Десятого января отмечается домочадцев день или рождественский мясоед. Название возникло благодаря тому, что все дела по дому в этот день делались дружно и сообща. 10 января продолжаются гуляния, святочные гадания. С этого дня начинается пора свадеб, поскольку разрешается кушать мясные блюда и есть возможность накрыть богатый сытный стол. В домочадцев день способны сбываться заветные семейные желания. Для этого на Руси накануне праздника люди приходили на Красную Горку, место сельских гуляний, и вбивали в землю кол. Утром все члены семьи завязывали ленточки на нем и загадывали желания. В этот день запрещалось ругаться и устраивать скандалы.